также смотрю, просите рассказать, как полиция сегодня забирала куб. Да, у нас сегодня полиция изъяла мое имущество, то есть нашу агитацию, которую мы законную согласовали в избиркоме, соблюли все правила, напечатали с избирательного счета, всем показали. Волонтеры проводили агитацию в сквере на Орджоникидзе, пришла полиция и изъяла просто и куб, и агитацию. Причем нарушили кучу. Давайте посмотрим видео, а я потом расскажу, еще прокомментирую. Да. А нам такой-то не дали. Да? Пойдем просить. Да. Мы уволим локти. Если берем за плечо, то так вот локти. Строим перевод. Ну, вы же описывали имущество. А ну, вот я делал осмотр. А изымаете вы на каком основании? Ваша должна быть. Так осмотр можно вот так подойти и смотреть. Или вы так не понимаете? Нет, то есть вы сейчас, вам надо вы дома сейчас чипком нам, сесть. Как потом это искать и как вас требовать? Ну, не надо учить. И что? Заявление на имя начальника отдела полиции. Нет, подождите. Если вы забираете какое-то имущество, вы же должны дать бумагу. Вот владелец этого имущества. Подождите, вы сейчас мое имущество хотите забрать? Вам предложили забрать его и брать. Ну, потому что вы оказываете на меня давление, конечно. Какое давление? Нет, ну потому что я веду избирательную кампанию. Мы предложили собственнику, вот сказал, я собственник, вот этот человек сказал, я собственник. Да, один из кандидатов, это его баня. Мы предложили забрать баню, он отказался. Так, вы сейчас меня забираете. Если вы забираете, мы вам их отдадим. Давайте ждемся, как раз берут. Хорошо. Ну и если вы будете изымать, тогда нам нужно акт изъятия какого-то. Ну вы же можете, вы же не грабители, вы должны какую-то бумагу нам дать. Приезжайте отдел полиции. Нет, так обычно вы забираете. Так не получается. Вот лежит мой баннер, я могу взять. Он изъят, осмотрим. Если он уже изъят, где документ, что он изъят? Он изъят, осмотрим, осмотрим. Изъят место происшествия, где присутствовали два понятые. А копию этого осмотра? А кто понятые? Понятые есть, указанные в осмотре. Подожди, а где понятые? Видеозапись ведется. Нет, так понятых то есть нет, а есть видеозапись. Нет, понятые фиксируют. Куб на это у волонтеров... Слышно меня? Отлично. Разобрать куб на этого волонтеров обычно уходит 10-15 минут. У нашей доблестной полиции, чтобы разобрать и изъять куб, на это ушло больше часа. Здесь защитники полицейских могут сказать, что ну, они же должны все по закону делать с понятыми, с актом изъятия, поэтому долго. На самом деле ничем не отличаются от обычных грабителей, потому что ни акта изъятия, никаких понятых. Я уверен, что будет внутри полиции, когда они говорят, приходите потом когда-нибудь, отдадим. Если надо, появятся и акты, понятые в вдруг откуда ни возьмись, выскочат. Ну, пока это происходит вот так. Просто ограбили. Ну, будем, конечно, заявление писать на возврат, потому что, ну, как-то странно. Ну, то есть у меня есть баннеры, они законно отпечатаны с избирательного счета. В избиркоме указаны. Как их можно просто взять, прийти и забрать? На каких основаниях? Нет никаких оснований, просто не понравились. Они давно уже ходили вокруг наших кубов, пугали волонтеров. А можно же фоточки с первых дней, которые вот я в Твиттер постил, есть, да? Нет фоток, тоже по этой же теме. Ну ладно, то есть ходили на кубы, пытались волонтеров пугать, что вы зря тут этой агитацией занимаетесь, зря у вас вот эти агитбаннеры висят, вот это все. То есть дня три ходили, но волонтеров наших не очень напугать. Они видели, как вон умеют из гостиницы через окна выходить. Такая веселая волонтерская жизнь. Ну в итоге, тем более, что да, ну вот это уже три дня уже длилось. То есть приходили, зачем вы тут стоите, зачем вы тут агитируете. Ну и в итоге вот решили все-таки куб разбирать. И сегодня таки забрали.